Всем привет! Еще один день из жизни художника постараюсь показать полностью. Сегодня прекрасная погода, тепло, хорошо, дождя нет. И, в общем-то, прекрасная возможность еще раз ходить на пленэр, пока не наступили холода. Один раз я была в Алтуфьево, но тогда пошел дождь, и я вынуждена была уехать, очень сильный дождь был. Я рисовала вот с этой стороны дачу эту, усадьбу. Вот, забрала вот этот вот этюд, который я начала рисовать. Сейчас попробую его закончить. И если мне время позволит, может быть, что-нибудь еще нарисую. Багажник художника. Здесь у меня есть стульчик. Ну, мячик это не для меня, конечно. Три бутылки водки. Она хороша для подмалевков. Там же еще обычная водичка питьевая. Можно попить, а можно использовать, руки помыть. Вот моя треножка. И вот начатая работа. Попробую быстро рассказать, что значит происходит. Потому что здесь рядом сломалась машина, у нее не работает сигнализация и постоянно пипикает. Значит, вот наш дом. Вот что у меня получается, довольно темно. В общем, не хватает мне материалов, но не это то, что я хотела рассказать. Я все-таки взяла с собой план-пастель, и что я хочу сказать. Ну, она покрывает отлично большое пространство. Это просто супер. И вообще, в общем, я буду формировать из план-пастели пленэрную палитру. То есть я сейчас взяла только темные цвета. Ну, оно и видно. Вот. Надо взять еще и светлые. В общем-то, сформировать нормальную палитру. Так, сейчас, если я не упаду, то, значит... Вот. Ну, вот, получается, на фоне дома моя, значит, живопись пастельная, графичная, потемнее по тону. Не попадает, не подобрала я цвета. Ну, главное, типа, настроение, ладно, будем считать. Вот. И один момент, надо было мне, конечно, не брать скетч, который я сделала в основу. Потому что я его рисовала на колени, развернутый, и он как бы заваливается. Вот. Ну, то есть, если я попробую его выровнять в процессе рисования, если вот так вот делать его, оформлять чуть-чуть на бочок, ну, вроде как, ну, не знаю, в общем, не могу сказать, потому что у меня и мольберт немножко на бочок стоит, непонятно, ну, в общем, дом немножечко еще доведу его, вот, и попробую, ну, посмотрим, что получится. Ну, вот так вот выглядит. Вот, сигнализация заработала. Так, посмотрела на время, у меня осталось 50 минут. Сейчас попробую вот именно мастихинчиком накидать вот это вот окошечко. Ну вот, если получится, то, ну, вроде как у меня темные цвета. И хотя, ну, конечно, не совсем темно, но я думаю, на фоне бумаги довольно светлый, и все должно получиться. Я оптимиста. На сегодня все. У меня звонит будильник, мне надо ехать встречать сына. Ну, как бы, наверное, надо расписаться, да? Вот. Почему я беру такого цвета бумагу, это вообще тема для отдельного видео, я так чувствую. Ну, потому что, вот, ну, бумага хорошая, конечно, но явно не для старых зданий. Приходится полностью ее забивать. В общем, что хочу сказать. Абсолютно точно я буду делать себе пленэрный набор из пан-пастели. В принципе, даже вот эта вот большая штукенция нормально себя ведет, ее удобно держать. И, наверное, даже вот если собрать набор из 20 этих, ну, как я не знаю, баночек, то, в общем-то, нормально. В руке держать удобно, мастихином пользоваться удобно. В общем, все классно. Ну и в дороге тоже все нормально, там она у меня в сумке боком лежала, вот.
Ну, единственное, что я на машине езжу, поэтому, в общем-то, не так сильно у меня и все. Ой, чуть не упала. Не так сильно у меня там все переворачивается, я не знаю. Ну, крышка чуть-чуть припылилась. А так, в общем-то, все нормально обошлось. Все, всем пока. Я домой поехала, так замерзла. Я дома со своей пастелью. Пастель провела пленэр хорошо. До дома добралась тоже хорошо. Значит, у меня не получается ее открыть одной рукой. Да, и... А, нет, тут почти получилось. В общем, у нее небольшая выпала немного пыли на крышечку. Но это как бы нормальная для пастели ситуация. И вот немного земли из Алтуфьева я захватила с собой. Вот. При этом пастель у меня ехала вверх ногами, то есть вот баночками вниз. Я портфель положила, не обратила внимания, в какую сторону там этот набор смотрит. В общем, все хорошо, нормально. Вот мои этюдики. Вот этот этюд, я думаю, все-таки взять его за основу. И родилась у меня мысль такая. Есть фотография северного фасада этой усадьбы, где есть еще башня. То есть вот это край дома, здесь два окна и здесь еще два окна. То есть дом там продолжается окон больше. И, по-моему, над ними или чуть дальше там башня. То есть у этой усадьбы еще была башенка. Вот. Я вот попробую совместить как-то типа то время и это время. Ну, попробую, по крайней мере, я вообще такое не очень умею делать, но попробуем. Вот. Теперь главное сделать, потому что пройдет пара дней, там 3-4 дня, и я остыну, переключусь на что-то. Вот, надеюсь, сегодня вечером начну. Всем пока!